Здорово, зайцы. Наш пацан тут едет мир покорять в скоростном метании картонок. Так что мы с ребятами ему тут каких-нибудь хороших слов расскажем. А ты там давай, старайся. Это, ну ты понял. Ну что, Йола, желаю тебе удачи на предстоящем опене. Надеюсь, ты попадешься на своего лучшего друга Барта 933, и в ваше противостояние войдет топ-10 лучших аниме-битв. Ну а вообще, ты так-то наша единственная и последняя надежда на предстоящем опене. Так что должен собрать волю в кулак и ролять как последний раз. Артур, привет! Я желаю тебе успехов на предстоящем грит-опене. Пожалуйста, возьми деку Тильтуриса, возьми деку Вия, размажь всех и выиграй этот опен. Мы поддерживаем тебя. Короче, Йола, я за тебя болею и в благородство играть не буду. Выиграешь ли меня Шеги с Бартом, и мы в расчете. Заодно и посмотрим, как быстро ты поймешь, что 3-2-2 это не выход. А по твоей теме постараюсь узнать. Хрен знает, на кой тебе этот опен сдался, но я в чужие дела не лезу. Хочешь победить, значит победишь. Ёлыч, сегодня все СНГ болеет за тебя. Так что приди и задай жару на опене. Ну, да, мы все знаем, что детская карточная бывает заходозависима, поэтому желаю лютых хайролов и, естественно, цыганской руки в каждой катке. В этом видео бы хотел пожелать удачи Артуру, он же Forever Yolo 3-2, и сказать, что это очень круто, когда игроки из СНГ проходят на такие турниры. От себя хочу пожелать тебе удачи. Настрой только на победу, а также отметить, что когда игроки из СНГ проходят на такие турниры, будь это квалификации, Open, Masters, то с каждым разом все больше и больше людей из СНГ подключается к киберспортивной аудитории, что очень круто, и за это вам спасибо. А так как на этом турнире из СНГ игроков ты всего лишь один, то тебя ждет очень большая поддержка всего дружного нашего СНГ комьюнити. Я желаю тебе удачи на этом опене и ждем тебя на Мастерсе 2021 года. Здравствуй, дорогой друг! Гвинт Опен – это большой турнир. И мне очень приятно, что наше СНГ-сообщество представляет на нем такой замечательный игрок, как ты. Артур, порви там всех, а мы в свою очередь за тебя поболеем. И вот тебе поцелуйчик на удачу. Артур, привет! Ну, мы давние поклонники Гвинта, регулярно смотрим и стримы, турниры все вместе, в стриме тоже. Вот, так что будем следить за твоими успехами, удачи тебе и покажи там достойную игру. Ну, пока. Удачи, Йола, и желаю тебе победить. Умами легки СНГ игроки, и надежды большие, они ведь такие. Молодые, горячие, как герои гачи. Но отшлепали всех. Один лишь успех болеем за Йола. Грозу поебало. Украинский киллер. Молли ганит филлер. И приходит голда ему завсегда. Благосклонен рандом, но проблема в другом. В мужском коллективе в теперешнем мире напарник нужен. Чтобы ножом того, кто пристроился сзади к Йоле. Кто на дисконнекте, а не на скилле. Так вот, Йола, соло. Один как Ван Дам, недоступный для дама. Хочется верить, что скилл не похерить. Перейдя в ТЛГ и сыграв налегке, Артур разберет всех и всех разорвет, а не покричит в камеру. Прет. Удачи. Йола, ну, даже, я думаю, нет смысла желать тебе удачи, потому что все и так знают, что ты самый сильный игрок в этой игре, и на этом рофлатурике по типу опена нет игроков, которые хоть близко стоят к тому уровню, поэтому просто покажи свой идеальный перформанс и разорви там всех. Ладно, ребят, на самом деле это все шутки. Я есть тот самый Forever Clown 3-2-2. Самый токсичный игрок в СНГ комьюнити и тому подобное. На самом деле хочется сказать огромное спасибо всем вам за то, что пилили эти видосики. Это реально очень крутая движуха, которая добавляет мне мотивации, и я понимаю, какая ответственность лежит на мне на этом опене, представлять СНГ-регион в одиночку, и я постараюсь вас не подвести, показать свой максимум.
Также хочется сказать спасибо организаторам всего этого. Это реально круто. Я надеюсь, что каждый следующий Open с нашими ребятами вы будете проводить такую же вещь. Потому что, ну, это здорово видеть, как какое приятное и сплоченное комьюнити в этой детской карточной игре. Ну и напоследок хочу передать спасибо ребятам, с которыми я сейчас готовлюсь к этому опену. Это Чейз, Свят, Лягуха, Квайлд и Сталинград. Каждый из них вносит долю к моей подготовке и долю к становлению меня как гвинтера. Поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо. Всем удачи. Всех люблю. Погоди, что там у тебя за ухом такое?